И идут процессы, которые тормозят с разных сторон процесс поддержки финансовой, идеологической, дипломатической, любой, потому что формируется недоверие. Понимаете, не только якобы, что республиканцы бьются с демократами. Это тонкими капиллярами встраивается общество и американское, и европейское. И такие вопросы, они тормозят уже глобально военную помощь. Поэтому сейчас экстренно, именно в военной ситуации, нужно проводить политические реформы, выборы на всех уровнях власти. Не должно быть тотальной монополии власти у одного человека. Какой бы он великолепный ни был, в любом случае один человек не может гоняться за коррумпированными чиновниками. Должна быть система. Гражданское общество должно само контролировать. Без свободной прессы это невозможно. Без свободы партии невозможно. В условиях войны. Вот что нужно делать сейчас.